Добрый день. Обещал видео. Решил показать. Значит, вот наш притворчик 11 миллиметров. Такая же составляет защита замков и обычным металлом. 11 миллиметров. Внешнее усиление, внешний лист, внутреннее усиление. Это вот, вот это идет наружная, то есть защита замков, она идет сплошная на замковую часть. А вот это идут уже каленые пластины. 6 миллиметров каленого металла. Вот они. Это шведская сталь Armax, самая прочная, которая применяется в бронетехнике. У нее максимальная твердость, максимально возможная для брони. Сюда будет вставать броненакладка с монолит, с юбкой. Вот это у нас Ajax. Система, которая будет блокировку производить. То есть здесь замок, когда будет сюда ставиться, он будет подключаться, автоматически будет включаться вот в эту цепь. А это у нас, вот эта часть будет управляться электроригелем, который в свою очередь будет управляться Аяксом. Не, проходи, если надо, проходи. Да, да, если тут, я понял. Это внутренняя сторона двери. Отверстие под сигнализацию, отверстие под тягу. И вот эта вот посадочка. Посадочка под Геркон Аякс. Сделали и такую и на двери, и на раме. Поэтому оно аккуратненько все будет. Наружная у нас сторона двери. Вот, вот эти все усиления.